Специалисты назвали виновников дорожных коллапсов в Саратове. Так, по мнению представителей Дорожного комитета, число крупногабаритного общественного транспорта, автобусов и трамваев является одной из главных причин пробок в городе. Еще одним фактором ухудшения дорожной обстановки в Саратове специалисты называют отсутствие необходимого количества парковочных мест. Для решения этой проблемы чиновники предлагают обустроить несколько платных парковок на центральных улицах города, установив там системы видеофиксации и технику для оплаты услуги. Электронно-механическое устройство и оптическое в том числе, которое считывает номера, фиксирует время постановки этого автомобиля на этот участок и, соответственно, предопределяет уже оплату за проведенное время на этом участке. Выезжает, человек должен оплатить. Если он не оплатил, ему по почте, так же как за штраф ГИБДД, придет соответствующее извещение, обязывающее оплатить данную стоянку.